Всем привет, добро пожаловать на Planet Home. Мы с вами продолжаем прохождение игры под названием Infected. И как и планировали, конечно же, сегодня отправляемся на приключения, на поиски, да и вообще просто на ознакомление территорий, которые находятся вокруг нас. Значит, наверное, самым оптимальным вариантом нам будет двинуться это куда-то вот сюда. Это ближе, здесь не надо будет никакие реки, там и озера перебегать, поэтому... А вот интересно, а как-то маркеры можно себе поставить? А, маркеры не поставить. То есть мы, получается, просто разворачиваемся на 180 градусов и... Шуруем куда-то, ну, примерно как-то вот так вот, да. О, кстати, смотрите, у нас тут еще кабанчик гуляет. Единственное, по поводу рюкзака, говорили, что можно взять с собой сундук, в нем таскать ресурсы. Но я пока не очень хочу этого делать, по причине того, что, ну, фиг знает, это какое-то читерство, как мне кажется. Поэтому вот, я лучше просто сейчас из своего сундука все выложу, чтобы ничего не мешало, там, бревна. Это, кстати, через альт работает? Нет? Нет, не работает, только если перетаскивать. Ну и ладно. Это мы тоже уберем. Доска нам, наверное, уже это не пригодится. Мы ее как-нибудь сюда положим. Палочки мы оставим, веревки оставим. Ну и семена тоже. Это уже там, в принципе, нам особо погода не сделает. Еды в карман у нас навалом. Целая куча. Есть арбузы, есть бананы и все. О, смотрите, у нас тут птица есть мертвая. Слушайте, ну мы не можем просто побрезговать этой птицкой и не забрать ее себе. Нет, не так это делается, собрать урожай. Шикарно, целая куча перьев. Ну и двигаем туда. Хрюша пускай пока ходит, я очень надеюсь, что он отсюда уже никуда не уйдет. А если уйдет, то найдем... Блин, нифига себе, он тут еще с братом походу, ты смотри. Еще один был кабанчик. И заодно, кстати, можно будет посмотреть, сколько времени будет занимать вся эта дорога. Хотя, судя по тому, что мы пробежали и потратили почти всю выносливость, нам бежать туда далековато. Да уж. Хотя, слушайте, а тут еще будет другая кирка нарисована. Может быть, там можно что-то получить? Я так полагаю, там такое же пятно, где можно выживать, как и у нас. По поводу двери. Ребята, я забываю ее реально вторую серию сделать. Сегодня, когда вернемся обратно на базу, обязательно эту дверь поставим. И дверь поставим, и по поводу окон, наверное, тоже заморочимся. Хотя я пока не очень понял до того момента, какое сейчас время года, то есть через сколько у нас придет зима. Многие начинали писать, что типа, Серега, зима, это жопа там, это вообще не выживешь, делаешь шмотки, там утепляешься, все такое. А когда она придет? Где календарь, где какие-то график, даты и все остальное? Я только вижу 4-й день и 4 часа, все, больше ничего. По поводу зомбаков, у нас зомби стоят через 10 дней, первое будет нападение, как раз, чтобы я мог освоиться. Я реально в эту игру не играл, ни за кадром, нигде, поэтому, ну, хочется не спеша здесь это тело построить. А последующие нападения будут с каждым днем увеличиваться все больше и больше и больше. То есть, как бы, экшон-то у нас по-любому с вами будет, тут, как говорится, за это даже можете не сомневаться. Но, и чтобы он был, надо, опять же, к нему грамотно и правильно подготовиться. Ладно, выносливость у нас на максимум. Я думаю, наверное, есть смысл уже так же ее тратить быстро, как мы ее получаем. Пробегать все непонятные куски. По поводу медведя, также читал ваши комментарии. Я понял, с медведем пока связываться не буду. Ну, будем обходить его, ну его нафиг. А вот какие-то культуры, может быть, найдем по дороге. Хотя, стоп, подожди, а мы же могли посмотреть, что тут вообще имеется. Разве нет? Там был у нас нарисован справочник еды. Во! То есть картофель мы еще должны будем с вами найти, рыбу мы находили, сырое мясо, это понятно, картошка, ну да, и пиццу, кстати, еще можно сделать. Ну типа здесь нарисовано мясное рагу, хотя первая ассоциация реально пицца. Блин, что-то пицца захотелось, нахрен я вообще за это сказал, непонятно. О, еда это классно, особенно и классно, еда это особенно классно. Олень у нас еще издает звуки, и погода опять ухудшается. Огромное количество разнообразных дождей. Здесь постоянно что-то происходит. Какие-то аномалии, катаклизмы. Такое ощущение, что я живу здесь в Петербурге. Ну, я вообще сам из Питера. И у нас дожди это норма. Вот такое ощущение, что в этой игре это тоже Ленобласть. Это реально Ленобласть наша. Постоянные ливни. Хрен просто еще происходит. По-моему, ни в одной другой выживалке столько дождей и ливней не было. Обычно вода, и да и вообще вода с неба, это некий дефицит. А здесь это не... Прямо раз... Ух, хотя, смотрите, мы буквально за сколько там? Ну, минут, наверное, 3 или 4 пробежали, да? И в итоге уже оказались около этих черных точек. Интересно. Я очень надеюсь, что здесь будет что-то прямо такое... Ну, зубодробящее. Прям очень интересно прорисованное и сделанное. И зомбаков хотелось бы увидеть. Потому что у нас какие-то стоят зомби-вампиры, но... Ох, ёперный баба, это целое поселение, ты посмотри. Так, а чем отличается черное поселение от белого поселения? Интересно. Ну ладно, пойдем спускаться. Так, стоп, я похоже вижу зомби, или нет?
Ёб твою маковку, я сейчас разобьюсь к херам. Не, нормально. Я думал, это зомбак, а это пенёк стоит. Лиса, твою маковку. Давай вот сейчас без тебя только, ладно? Беги, пищи дальше. А никого нет, что ли? Никто не охраняет? Это, то есть, не Left 4 Dead? Ну-ка, здесь видно? Слушайте, ну даже если мы что-то не заберем с первого раза, сюда идти реально 2 минуты. Сколько у нас параметров пропало? Да нисколько, по сути. Телевизор я хочу забрать. У меня такой раньше был телевизор, назывался Радуга 205. То есть примерно так же выглядел. Щелкаешь канал, переключаешь. Пульты? Нет, ребята, тогда пультов еще не было. О, бинты забираем. Сухой кирпич, прикольно. Не знаю, для чего, как он здесь оказался, аптечка, но мы это все заберем. Холодильник, ёпта-макапу, его там надо будет изобрести, изучить. Но вот я его подошел, я познакомился с холодильником. Холодильник, я Сергей, ты холодильник. Ты теперь у меня изучен или нет? Объекты, хранилище, еда. Технология не изучена. Ну как же ты не изучен-то, а? Я вообще знаю, как работает холодильник. Поэтому, в принципе-то, изучить мы считаю, уже его изучили. И у меня самый главный вопрос. Слушайте, а нахрена мы строим дом там, если мы можем переехать сюда? Здесь есть абсолютно все. Смотрите, здесь и животные жир на столах валяются. Здесь есть и охрененная раковина. Так сел. Ой, это ванна. Хотя, если честно, не очень люблю ванны. Я больше люблю, знаете, под душем встал, там бац-бац, и все готово. Классический сорокатан, лучше, чем дыра в земле. Ну, смотрите. А мы где-то живем там непонятно где. В хороме. Хибари, точнее. Электрические детали забираем. Я так полагаю, тумбочки у нас здесь не лутаются. А это что-то мы такое нашли, интересно. Рыбий жир. Господи, гадость редкостная. В детстве всегда пихали его. О, ткань забираем, молоко. Камин-то разжигается, не? Камин не разжигается. Окей. А, медная руда. Слушайте, ну самое что интересно, нихера себе здесь дождик льет сквозь крышу. Вы это видите? Ютуб отрабатывает? Ну, надеюсь, что да. Как-то не очень удачное место для кровати. Нигде не льет, только над кроватью льет. Понятно. Ну хотя, знаете, когда ты долго лежишь в воде, у тебя кожа такая начинает себя морщиться, ты превращаешься в зомбака. Может быть, здесь чувак в натуре превратился в обычного, точнее, обычный живой человек превратился в зомбака, обычно его случайно не из-за того примем, да и развалим здесь. Это будет очень плохо. Семена дыни. Второй этаж. Ну, у нас рюкзак, походу, да, уже рюкзак, уже охереть какой забитый. Ну, ладно. Если что, будем что-то там выбрасывать, стакать. Пластик, животный жир еще один. Ну, животный жир, я не знаю, зачем он нам нужен. В принципе, у нас его и так навалом. Когда какую-нибудь козочку разделываешь, нет, сразу все дело вываливается. В этом доме мы были. Так, а куда бы нам еще сходить? Тут домов-то целая куча, но я действительно за один раз это все не унесу. В мусоре можно покопаться? Нет, нельзя. Тук-тук. Волокно забираем. Кевлар. Что я забрал? Только что это был колокольчик. А, это испорченная еда. Нахрен она мне нужна? Пока ее вылаживаем. Выкладываем, да, банка с маслом. Где зомбаки-то реально? Даже интересно. Ткань. Так, а кевлар сколько места занимает? Интересно. Давайте попробуем убрать семена арбуза сейчас. Они нам не нужны. Мы уберем, наверное, волокно. Мы уберем перья. У нас они, в принципе, есть палку. Нахрен. Вот так это объединим как-нибудь, не? Заберешься? Не забирается, мало надо, да? Будет еще больше мест надо. Семена дыни нам не надо. Банка с маслом, вот так вот. О, влез. То есть, получается, весь кевлар теперь мы можем стакать. Я говорю, ребята, я в Тетрис Краше играл, я умею раскладывать вещички. Поэтому нам на этого рюкзака хватит за глаза и за уши. Так, ну дыни мы брать не будем. И это тоже мы оставляем. Все, второго этажа, так полагаю, в этом доме нету, да? Ну, слышу, кто-то хрюкает. Да, прямо где-то рядом он тут, наверное, находится у нас. Надеюсь, это не кабан-зомби. Животный жир заберем. Хотя, стоп. А, ну да, он настакается. Хорошая, смотрите, хижина у нас здесь. Прямо здоровая. Что есть? Нет, больше вопрос в другом. Где брать эти долбанные чертежи? А, понял. Вопросов больше нету. Нашли чертеж. Очень вовремя, прямо очень вовремя. Очень актуально, тем более. Но мне нужен холодильник. Электрические компоненты мы нашли. Хотя, с другой стороны, нахер мне холодильник, у меня же электричества нету. Логично? Логично. Когда будет холодильник, точнее, когда будет электричество, да, и будем уже его делать, да? А интересно, а пластик там вообще для чего-то используется? Объекты, электричество...
Так, железный не то, алюминия, пластик, пластик, пластик. Пластика, походу, здесь нигде и нету. Медный слиток, железный слиток и все. Железный слиток. Кстати, металлическая печь, смотрите. Дрова, железный слиток. Надо будет его сделать. Надо, точнее, его и ее. Такая, типа, как буржуйка, что ли. Телевизоры, все одинаковое. Руда, конечно же, у нас уходит к нам. Это кукуруза, да, семена? Нет, их не есть не будем. И собирать тоже. Они нам не нужны. Это что такое? Тут не допил, не доел молоко. Консервная банка. Она, подожди, стоп, она пустая. Можно использовать на верстаке для использования. Используется для консервирования продуктов. Слушай, я понял тебя. Я пока вот что сделаю. Я съем арбуз. Пополнить свои запасы. Это раз. А во-вторых, интересно, для чего рыбий жир здесь нужен? Кусочки коры мы выбрасываем. Точно они сейчас не нужны. Стеллажи пустые. Здесь тоже, походу, у нас все пусто, да? Поднять стекло. Ну, я не знаю, насколько нам необходимо это стекло, потому что, я так полагаю, стекло делается у нас из камня. Точнее, ну, камень, точнее, ну, из песка, а песок из камня. То есть перетирается это все дело, да? А следовательно, раз так, то стекло достаточно простой материал в плане изготовки. Тем более, огромное количество камней около базы есть, которые мы можем пойти и залутать и разобрать. Ладно, это мы сделали. Я думаю, лучше, наверное, мы пластик заберем вот этот. Ну и все получается здесь, да. Где-то еще тут был пластик. Ну ладно, короче, если что, вернемся. Кстати, интересно, а вещи в этом городе будут заново появляться или нет? Если нет, хреново. Если да, ну, я, вообще замечательно тогда. Слушай, какой офигенный дом. Я бы прямо реально в нем жил. Жил и не тужил. Мусорка, пусто. Бутылки стоят везде. Ну, тут, походу, город отдыхал. Моя дверь открывается наружу, да? Забрали. Кирпич. Михалыч, походу, да? Слышу. Где-то... А, вон он стоит, вижу. Понятно. По поводу баллистики. Да, кстати, ребята, спасибо, что написали. Здесь в игре баллистики у нас нету. Я понял, как говорится, услышал. О, что такое? Это железный фрагмент. Но он из камня у нас выплавляется, поэтому брать его не будем. А почему не стакается бутылка? Ну ладно. Бог есть судьба. Судья, точнее, пускай остается. Железная руда. Еще один кевлар. О, у меня здесь уже пошел нехилый перевес. Так, надо от чего-то отказаться. Например, давайте съедим приготовленное мясо вот так вот. И нам станет бегать сейчас чуть попроще. Биотопливо плюс бинт. Это чертеж? Ну, выглядит как чертеж. Нет, стоп, еда нам вот эта не нужна, испорченная. Это мы выбрасываем. Я предлагаю, знаете, что сделать? Я предлагаю, наверное, сейчас по фасту сбегать домой. Все это дело выгрузить. И прийти заново дособирать то, что мы не смогли унести. Так, наверное, даже будет правильнее. Потому что, судя по тому, что сколько мы всего оставили, это еще одна ходка и дом. Здесь кости нам точно не упали. И, по сути, это все будет у нас на... Так, глина тоже нам особо не нужна. Да, еще одна ходка, и, по сути, мы с вами заберем отсюда все. Ну, все основное, во всяком случае. Осталось еще здесь проверить, что у нас тут есть. Нет, ну кости опять не нужны нам. Вот жалко, что склянки, банки эти не стакаются. Все, это реально хреново. Туалетная бумага. Я бы ее, кстати, взял. Пригодилось бы, наверное. Ах, ты, у меня перевес пошел опять. Так. Давайте съедим мясца. Огурцов. Вот вроде как чертеж выглядит, да? Ну, смотрите, просто книжечка. Но в итоге она не берется и ничего с ней не сделать. То тут неплохо отдохнул. Пиццы валяются, кусочки. Походу, перед тем, как бросили эту хату, оттянулись-то по-царски. Ну, хочу на втором этаже. Ну, волокно, это все опять для стака. Кусочки коры. Да, давайте, наверное, сейчас я быстренько сбегаю домой. О, росток картофеля, перный бабай, ты нам нужен. А я выброшу, наверное, что? Камушек выброшу. А тебя я заберу. Во. Да, сейчас бегаю домой. Быстренько нас все раскидаем и вернемся.
Ну что, добрались до дома. Так, что у нас здесь по местам и по сундукам? Так, камни, конечно, блин, у нас места, конечно, вообще не хватает. Нам надо быстренько что-то построить. Ночь скипнем и опять отправимся уже с вами на поиски. Где у нас объекты? Так, хранилище. Доска 8 штук. Давайте, наверное, вот здесь я еще сделаю. Так, где-нибудь, наверное, как-нибудь вот так вот даже поставим. Вокруг костра. Раз. И вот так вот еще копьем вот сюда мы поставим вот так вот. До вас. По-моему... А, нет, стоп. Не поставил. Во, раз. И аналогично делаем вот так вот еще здесь два. То есть, знаете, можно на них будет посидеть, отдохнуть там. Ну, чисто по красоте провести время. Великолепно. По-моему, да. Так, осталось только 8 досок еще туда закинуть. Прикольно. Так у меня в карманах-то вообще нету места. Надо пойти это хотя бы хоть как-то выкинуть сюда. Так, здесь у нас бревна есть. Давайте слитки мы пока переложим. Ткань, естественно, тоже. Жиры сюда. Пластик. Ну, куда он влезет, туда его и перекинем. Это мы, наверное, как-то так мы можем подвинуть. Хотя это надо было вообще в идеале куда-нибудь заправить. Ну, в том смысле, что вот так вот сделаем. Мы вообще их выбросим. Это обычные дрова, ёперный бабай. Нам их добыть 2 секунды. Надо более ценные ресурсы здесь хранить. Стекло. Да, окей. Железный слиток. Интересно, а почему оно не объединяется? Вот прямо реально очень странно. По идее, вроде камушки у нас с вами были объединены в едино. Нет, бинты мы оставим. Рыбий жир мы убираем куда-нибудь вот сюда. Банка с маслом. Так, у нас здесь еще очень много места свободного. Ну, пока, да, без всякого фанатизма. Просто разбрасываем, а там уже, как говорится, как пойдет. Единственное, что картофан надо было бы нам построить. Грядку для картошки. А нам потребуется это чего? Грядка. У нас строится, стоп, вот здесь объекты, хранилище. А, еда наоборот. Во. Сейчас мы ее развернем. У нас, по-моему, был пропуск сколько? Чуть больше одного сундука. А, только вот с этой стороны надо это делать, да? Так, это получается вот столько мы пропускаем. И вот здесь у тебя ставим. Раз. Во, 4 штуки есть. Это готово, добавляем только доски и закидываем картошку. Да, ребятки, извините, я знаю, что темно, вам ни хрена не видно, но, родненькие мои, но простите, вот сейчас и реально надо это все сделать именно в этот момент. Так, добавить воды еще надо быстро. Вот так, где у нас тут эта фляга? А, кстати, там 60 воды есть. Какая грязная, пофигу, картошки вообще фиолетово. Какая тут вода у нас будет? Поливаем, хоть чуть-чуть. Потом, надеюсь, дожди пойдут и все будет окей. А, да, забыл еще. О, так, я забыл. Дверь, 8 досок надо. Ставим ее вот сюда. Угу, готово. Кто у нас там хрюкает? А, кабан, он до сих пор еще не ушел. Ничего себе, ты смотри. Дверь мы сделаем. Готово. Сразу мем вспоминается, помните, был очень популярный в свое время, там лет так 9, наверное, назад, когда одному товарищу там дверь сломали, дверь мне сделал и мат, дверь мне сделал и мат, вот прямо, ё-моё, не так она открывается, во, вот прямо про это, ладно, значит, спим, просыпаем, а, жажда у нас, ё-моё, ну, не умрем там, надеюсь, без жажды, да, а точнее, от жажды, хп максимум, если будет отниматься только... 7 утра, отлично, светло и бодрячком. Просыпаемся, дверь закрываем. Кушаем. У нас арбузы подъехали? Подъехали. Вкусные арбузы. А, ты смотри, у нас даже они не все влезают, да? Кушать раз, два. Нам потребуется, естественно, белок. Сколько у нас тут? День. А, ну тут времени еще навалом. Сейчас мы вот так пополняемся и докушиваем арбузик. Плюс еще один арбузик. И собрать урожай еще один арбузик, конечно же. Во. А сюда мы закидываем семена. Раз семя. Два семя. И еще одно. Три семя. Так, бинты оставляю. Этот, наверное, арбуз мы просто с собой в дорогу возьмем. Вот так вот. Кукурузу, кстати, наверное, тоже можно собрать. Если что, по дороге... Собрать урожай. По дороге перекусим. Во. Все. Так, это у нас имеется. Ну, мы с вами побежали сейчас в белые дома. Посмотрим, что будет у нас вон там. Где-то уже рядом. По-моему, совсем близко уже подбежали. Да, вот эти белые точки. Но, судя по всему, здесь что-то нихера нету, да? А, нет, смотри, белая крыша виднеется. То есть, значит, что-то здесь все-таки
У нас из построек есть. Я думал, может, вдруг какие-то камни. А, так это вообще у нас какие-то склады, вы посмотрите. Это склад. Или какие-то амбары. Ё-моё, это что, мы можем все забрать? А, нет, не можем. И это хорошо. Я даже иногда, честно, капельку рад тому, что мы некоторые вещи не можем забрать. Колесо. Вот, кстати, для тележки бы было бы шикарно, но не забирается. Животный жир. Здесь у нас что, херня какая-то непонятная. Аналогично. Опять жир животный. А где же чертежи? А как же они... Ой, ё-моё, здрасте! Здрасте. Ну, тут как бы, чел, я как бы Left 4 Dead проходил, как бы ты меня, думаю, что, напугал, что ли, вот этой херней? Покричал, я бы обкакался, что ли? Да нет, я, друг, я вообще не по адресу попал. Такой, я сам сижу, штаны выкидываю, да, вытрусываю все. Нет, ребята, это, конечно, не так, но чисто поржать. То есть, значит, здесь мы не одиноки. Поднять стекло, хорошо. Угу. Но зомбаку, кстати, что-то в голову. Бац-бац, и все, и он отъезжает. Блин, животный жир, он столько места сейчас займет у нас. Ладно, пока место есть. А, семена огурца, кстати, заберем. Банка с маслом. Хм. Единственное, я что-то не очень понял. А мы, по-моему, вроде нажали добыть. Или разобрать его, да? И он куда-то... А во что он превратился? Слушайте, подождите, может быть, он в еду превратился для нас? Это он? Приготовленное мясо? Нет, это не он. Скорее всего, зомбака мы жать не можем. Ну, просто в The Forest, помните, да, когда мы играли? Да и вы, наверное, говорите... Ёпта, маковку, где? Ползет! Ты смотри, он ползет! Охренеть, он ползет! Ё-моё, валим! Я копье просракал свое. А где у меня копье-то еще одно? Да ты гори... Ты издеваешься, что ли? Да ты прикалываешься, игра? Ты что со мной делаешь-то? Я не понял, как ты работаешь-то. В смысле я не могу попасть? Да ты, короче, гори в аду, отвечаю. Так-то работает или нет? Не работает, смотри, а. Ни хрена не работает, это просто отстой. Я, короче, сюда сваливаю, он почему-то не хочет в него засчитывать. Во! Жесть, просто какая-то жесть. Так, стоп, во-первых, надо быстро перебинтоваться. Вот так вот, во-вторых, надо что-нибудь скушать. Например, вот это мы скушаем, хп хоть немножко поднимет. Кукуруза. Все, что нам дает здоровье, мы это все съедаем. А ты сколько даешь здоровья? 2. Нет, пока оставим белки. О, боже, слушай, ну такого ползуна я прямо не ожидал. Я прям вообще не ожидал. Единственное, только... Одевай второе копье. Вон он ползет. Ах ты, скотобаза, а. Короче, нет, я не хочу с тобой встречаться. Я хочу просто попробовать как-то оббежать вот эту всю дребудень. И посмотреть, что ты здесь такого, блин, охраняешь. А здесь, походу, ничего нету, да? О, аптечка. О, аптечка, кстати, родненькая, использовать. Фулл хп сразу же. Здравствуйте, приехали, ясно. По-братски работает всегда, только про себя подумал. В общем, по-братски подкинь мне какой-нибудь бонус. А, и бац, он подкидывается. Кто-то ходит рядом со мной. А, это мои шаги, что ли? Ё-моё. Копье жалко. Я не помню, куда я его зашпандорил. Ну да ладно. Копье-то, думаю, не проблема, сделаем себе другое. Значит, здесь у нас пусто. Пошли обратно в эти темные дома. Ох, что птицы пролетают здесь. В темные домики. Посмотрим, что осталось там. О, овечка. Молли, ты ли это? Слышь, серьезно? Прикольно, слушайте. Она ответила. Родненькая. Хотя будет приручить как-нибудь. Значит, здесь у нас слитки есть. Уголь будем забирать. Плюс еще одна аптечка, смотрите. Так, здесь мы с вами вроде все уже забрали, да? Можно двигать... Так, нет, вот, это, вот биотопливо, наверное, есть смысл взять. А один рыбий жир есть смысл выложить. Места на него не хватит. О, ветряка. Слушайте, смотрите, мы еще изучили его. А биотопливо стакается? А оно стакается, потому что это маленькая баночка, маленькая бутылочка. Это хорошо. Нравится мне эта игра, ребята, прям вообще нравится. Она, конечно, не такая какая-то, знаете, сверх страшная, сверх ужасная, хотя я вообще мало чего боюсь. Но сам факт, что
комфортненько так, очень комфортненько. Здесь интересно побегать, побродить, что-то поизучать. А волокно мы брать не будем, уголь мы берем. Уголь стакается? Нет, уголь не стакается, смотри, это плохо, это очень плохо. Я сказал, это ужасно. Ну ладно, тем не менее, у нас в этом доме уже все вроде как было прочекано, мы здесь все забрали. А, стоп, подожди, у нас получается мы вот здесь были, да? А есть же еще дома, вот здесь я черные точки видел, и вот здесь. Но это очень далеко надо ходить, это прям очень далеко. Но нам просто повезло, что мы рядом появились. Кто-то почту мне перегнулся, не? Нет. Так, ну погнали сюда еще разочек-то сходим. А, мы, кстати, здесь не были, двери закрыты. Мы обычно после себя оставляем открытые двери, чтобы понимать, где мы были, а где нет. Железо давайте заберем. А, нет, все-таки, походу, мы здесь с вами были. Или не были. Трава вон тут у нас сквозь растет. Нет, здесь мы с вами не были. Сало еще, блин, ребята, а сало зелененькое, знаете, которое с чесночком. Господи, да это же вообще пушечное сало. Это просто... А, ты смотри, детали-то не собираются. Так, пластик, ну мы стекло выбросим, потому что мы его можем изготовить, если что. Ткань мы оставляем, глина зачем-то у нас тут валяется, непонятно. Железный фрагмент, не знаю. Так, подвинем как-нибудь вот так вот, нет? Во, шикарно. Компоненты, конечно, просиракаться не хочется. Я, правда, пока не особо понимаю, для чего они нужны. Ну, именно, в, так скажем так, в прямой видимости. Понятно, в дальнейшем это там какой-то сбор электрики будет, что-то еще. Но пока что вот именно в сию минуту, в сию секунду он нам... Точнее, они нам особо не нужны. Так, пурум-пурум-пурум. Здесь мы посмотрели все. Тогда выходим в соседний дом. Вот этот. Да, здесь нас не было. Глина нет, спасибо. Картофан, да, три штуки, кстати. Три картофелина, это забираем. Аптечка, 100%. Вообще без разговоров. А, кстати, стоп, а мы же так, стоп, нет, это не в этой игре. Я перепутал, я думал, у нас здесь прокачка еще имеется. Оказывается, нет, никакой прокачки здесь у нас нет. Никаких навыков у нас здесь тоже не появится. Разве что для мышки, собственный скилл. Не более чем, да? Здесь хлам, глина, кола. Но здесь мы уже были, да. Здесь мы с вами уже были и вроде как все собирали. Единственное, вот на шкафах как-то вот нет книг, которых нам надо. Вот просто нету. Это плохо. Это реально плохо. Ну, наверное, скорее всего, здесь не так много самих по себе чертежей. И они разбросаны по разным локациям, по разным объектам, чтобы нам было интересней гулять, путешествовать. А, уголь, кстати, заберем, да. Он нам будет нужен. Да и, наверное, по сути, все. Можно будет возвращаться. Здесь какой-то уже хламидиоз всякий остался. Особо нам погоду, наверное, он не сделает. Здесь пусто. Пластик забираем. Это состакается у нас, естественно. А, ну это как раз и остался последний дом. Да, где мы с вами еще не были. Потому что, блин, кевлар. Кевлар надо. Кевлар надо. Только вместо чего его взять? Вопрос. А зачем нам кевлар, кстати? Самый главный вопрос. Не знаю пока, ну ладно. Потом, если что, заберем. О, компоненты. А, это кусочки коры, нет, это не то. Фрагменты. Нет, ну это кость же, да? Нет, кость нам не надо. Кстати, а интересно, а сколы кости, да, я так правильно понимаю, они добываются из обычной кости, если мы его добудем. А, уничтожить, нет, тогда это не так добывается. Я думал, как и бревно они разбираются, но нет. Все, последний был дом, все забрали. Есть да смысл возвращаться к нам обратно в поселение. Дом, милый дом, и опять нас встречают здесь дожди. И провожали дожди, и встречают дожди. Ну ладно, ничего страшного, главное мы добрались, главное мы вернулись. В общем, что мы будем делать? Я думаю, то на этом моменте я серию и закончу. Нормально мы с вами, кстати, сходили, попутешествовали. Как и планировали, сегодня строить, наверное, уже нет ничего, да никакого смысла. Это чисто такая была исследовательская серия, исследовательское видео. А уже в следующем мы тогда с вами займемся дальше строительством. Наверное, начнем строить забор. Дальше будем ставить станки, ну и подготавливать уже наш собственный дом каким-то модификациям. Также я видел ваши комментарии на тему того, что зимой грядки у нас работать не будут. Для них какая-то теплица либо потребуется. Я, правда, не очень понял, как она изготавливается. Но я, скорее всего, сделаю просто отдельный домик. Вот прямо отдельный домик. И внутрь него буду заносить, соответственно, все эти саженцы.
То есть это будет такая выдуманная теплица, назовем это так. И хотя, может быть, она... Хотя, может, именно про такую вы и говорили, как вариант, наверное, да? Наверное, вы про такую, наверное, и говорили, да. Потому что полноценной теплицы здесь у нас нет. Ну, в общем, будем думать, будем делать. Здесь еще много всего надо будет забубинить. И вот по поводу двери сюда, наверное, я оставлю здесь проем без всего. Значит, второго этажа. Есть вариант, теоретически, мы можем поставить где-нибудь вот здесь лестницу потом и уйти на второй этаж, либо где-нибудь вот здесь. Хотя, есть ли в этом смысл, пока не знаю. Посмотрим. Все, с вами прощаюсь. Обнял, поднял. И у нас тут реально очень плохая погода, но мы в домике, нам тут хорошо и тепло. У нас есть арбузы и бананы. Все, всем пока.